Бутова, медбрат, действующие лица. Ярослав, 23 года. Алиса, 21 год. Игорь Анатольевич, 63 года. Валерия Ивановна, 48 лет. Митя, 23 года. Интро. Первый. Я понял, что со мной что-то не так. В смысле, не так, как всегда, когда все время стал вылавливать ниоткуда возникающее желание быть дома. Не в ленивом смысле сидеть или лежать на диване за сериалом, а желание ощущать себя дома. По типу, как когда только в детсад пошел и ждешь с самого утра, когда мама заберет. Это что-то сродни одиночеству, но не так банально. Квартира у нас съемная, но район детства. Иду на остановку, чтобы на работу поехать. Иду вдоль полей кривуль. И раз, соседка, уже с заметными морщинами и седой собачкой без порубей, по имени меня кликает. Два, одноклассник по плечу хлопает. Все родные, знакомые, а я иду и думаю, хочу домой, хочу домой, хочу домой. Хотя я работу любил. Для сравнения и понимания ситуации, я даже на рикше в Индии домой хотел. А тогда после работы приходил и думал, все равно хочу домой. Хотя боже, я же и так в нем, понимаешь? Девушка обнимает. Я ей говорил, она только по волосам погладит и поцелует. Она не понимала. Хотя скатерти там новые покупала, посуду, я ей полки прикручивал белые. Пробовала сходить в гости к маме. Вот, я на детских фотках в аляпистых рамках с морскими звездами и дельфином. Вот сервиз просто кружки перекочевал. Потому что на всех праздниках с родственниками потихоньку разбивался. Все на месте. Мама добрая тут. А я не дома. Я возвращался обратно, и девушка по волосам гладила. Говорила, что такие же густые хочет. Я из окна смотрел. Вот смотрю, а там звезды космические. У нас этаж только второй, а все равно их видно. Особенно, когда фонарь разбили. Смотрю и думаю, хочу домой. Думаю, может, какие-нибудь небесные врата были правы. Знаешь, ну, что душа, космический корабль, путь. Понимал, это просто у меня не все дома. А на звезды насмотрюсь, вниз глаза опущу, и там на асфальте «Я тебя люблю». Имя вначале стерлось, его никто не помнит, запятой не было сразу. Да и как-то хорошо это, теплее от этого всему дому. Открывая рот, читай по слогам слух. Меня же вроде и тут любят. Но я же чувствую, что все не то, потому что не там, что мне дома оказаться надо. Я долго и много так размышлял, смотрел. В общем, вот, решил, что надо что-то с этим чувством делать. А потом тут оказался. Второй. Тебе сколько лет? 23. Ну и дурак. Больничная палата. Нормальная, не обшарпанная. Палата на двоих, но пока занята только одна койка. На ней Игорь Анатольевич, такой уже пожилой мужчина. Рядом на стуле Ярослав, молодой парень в белом медицинском костюме и очках. Он медбрат, если что. Я Ярослав. Мне 23 года. Отучился в колледже на медбрата, диплом красный, это в военке написано, что я медсестра. Не знаю, что за юмор там такой, да и как-то пофигу. Этого достаточно, чтобы я мог вам укольчик поставить. Вот на мне и халат белый. Игорь. Нет. Ладно, хорошо, я же не тороплюсь, чё? А что вас тогда интересует? Давай на чистоту. Сколько тебе заплатили, чтобы меня убить этим укольчиком, парень? Отвечай. Что? Сразу слух потерял. Даю вам последний шанс. Даю вам последний шанс получить свой плановый укол, Игорь Анатольевич. Вот, вот, прочитайте этикетку. А я очки забыл. Да и всему написанному не верю. Критическое мышление, парень. Критическое. Вы не в то отделение с таким мышлением, Леонид. А в какое? Есть что получше? Там в основном царские особы лежат. Вот там-то вот все друг дружку и травили. Вот же, вот ми. Ну, подхватывай, парень. Ну, ми. Я не знаю, кто кого где травил, у нас в больнице такого еще не было. Но я уже задумываюсь. А я забыл, что ты? В четверг же про них показывали в интернете. Один укол, Игорь Анатольевич. Завтра еще один. И так далее. Нет. Я вам говорю, что корыстных целей не преследуют вас. Мне премия. Премия важнее. Ну хорошо. Глаза у тебя добрые, допустим. Ты нет. Жалкая марионетка. А государство? Оно, видимо, тоже нет, раз обеспечивает вас всем этим. То-то и оно. То-то ты его «оном» и называешь. Знаешь, что еще словом «оно» обозначает?
мою жизнь в данной ситуации. Поматерись мне тут еще, поматерись. Я держусь. Мне премия нужна. Вы голод боитесь, давайте честно. Я боюсь таких, как ты. Юные, незамутненные разумы, которые не ведают, что твоя. И легко становятся добычей в ручонках власть имущих, парень. Ты знаешь, кто я? А им все известно, все. Вот меня и отравишь твоими руками, парень Ярослав. К маме потом в глаза, как будешь смотреть? Так, маму давайте трогать не будем. Нет, не уговорил. Да вы дадите мне поставить этот антидот уже или нет? Время идет. Я что думаю, теперь сейчас пинаюсь? Игорь шепотом. Что это? Ярослав тоже шепотом. Антидот. Вы в отключке поступали? Ну-ну. Анька вам, ну такая симпатичная медсестричка ставила, ну такая... Это помню. Вы в отключке были. Я лучше знаю. Так вот она сами за наших. Не может быть. Самому обидно. Симпатичная же такая и молодая. Так ты-то что ждешь, парень? Так у меня девушка есть, уже живем вместе. Что ты? Укол свой ставь, говорю, антидот. С девушкой потом разберемся. Игорь Анатольевич задирает рукав пижамы, а там рука перемотана скотчем, как броня такая. Это что, скотч, да? Игорь Анатольевич начинает отдирать скотч, тот плохо поддается, и после него сначала белые, а потом красные следы остаются. Это моя броня. Чтоб ночью никто не подкрался и не всадил. Сечешь, парень? Дай ножницы, а? Нет! Вы могли бы просто под кроватью спать, я бы не нашел. Так уже один раз было. Ну да ладно, в данный момент это все равно внутримышечная инъекция. Должна быть, должна была быть. Да ты! Так у меня, там у меня тоже все продумано. Вы лайфхаков пересмотрели в интернете своем? Подожди, парень, а ты руки мыл? Перед уходчиком своим. Все, я пошел. Куда? К нормальным пациентам. И курить после такого. А я? Парень, смертность в отделении решил повысить. А я поверил, думал, ты не из этих. Каждый же день говорят, как стариков обманывают. И вот я сам собственной сединушкой попался. Ть ты. Все. Ярослав встает и направляется к двери. Дверь распахивается, входит Валерия Ивановна. Она у нас женщина под 50 в белом халате. Валерия. Так вот же он. А пациенты плачут. Говорят, а где же наш Ярик? Хотим, чтобы Ярик капельничку поставил. Ярик, Ярик, где же наш любимый Ярик? Плачет, плачет. Ой, я с ними. А вот он, я как раз пишу, Валерия Ивановна. Валерия смотрит на руку Игоря Анатольевича. Ой, а что это? Здравствуйте. А, это я вам хотел показать. Ой, Ярик. Я же говорила, можно на «ты». А, в общем, я пошел, а это вам. Подумайте насчет того, чтобы и другим врачам показать пациента. Что это такое? Больной. Да это ваш медбрат пытался привязать меня к кровати скотчем. Примотать. Что? Больной? Вы что себе позволяете? Это же Ярослав. Наш Ярослав. Он такого не может. Да вы посмотрите в его глаза. Вы меня разозлили. Ух, разозлили. Ярик, шприц, пожалуйста. Вы не имеете права. Молчать. Я главная медсестра, я все тут имею. Ярослав дает шприц. Ну я побежал. А, ватку надо? Ну, спасибо, не нужен, дорогой. Парень, куда? Не оставляй меня с ней. Ты вообще-то клятву Гиппократа давал? А ее сейчас никто не дает. И Ярослав уходит. Картина вторая. Квартира Алисы и Ярослава. Ярослав пришел с работы. Снимая верхнюю одежду, заходит на кухню. Скучал. Алиса пьет чай, сидит в смартфоне. Она творческая личность. Алиса. Живой. Алиса, я на грани. А я скучала. Откладывает смартфон. Что такое? Где? Зачем? Так, сюрприз. Твою картину купили? Ну нет, пока что. Ты же знаешь, что никому они не нужны, когда есть постеры в языке и Pinterest в телефончике. Блин, ну что ты о грустном с порога-то, а? Ладно. Прохладно. Да ты шутишь, обиделась? Возможно. Ну, новое что-нибудь нарисовала? Хватит обесценивать мой творческий кризис. Да я и не начинал. Ну ладно. Третья попытка. Не огорчай меня совсем уж, а? Алис, ну я устал, честно. У меня старый дед был. Извращение. Ладно. Третья попытка, да? Ну что, ты готовить научилась? Спасибо. Да я шучу, ну что ты? Что ты? Ну так вот. Подожди. Сюрприз, значит? Да. Хороший? Ага. Так. Нам не надо больничку? Чего? Ты так все время там сидишь. А я работаю. Ну работаешь. Ну так
Да блин, приняли тебя! Круто! А куда? Питер! Ну, в смысле, не совсем приняли, но ждут уже в клинике там. Я им твое резюме отправила, только это фотку немного подфотошопила, чтобы глаза у тебя добрее были. Вот. И вот ответ мне прислали, что ждут на собеседование. Ну ты ж классный, значит, считай, приняли. Все, премию забираешь и вот. А, подожди, это же не так работает. План такой. Я забираю премию, пишу заявление, 2 недели отрабатываю, а за это время мы со всеми гуляем, прощаемся, забираю трудовую и едем. А трудовая не у тебя, что ли? Сложно с вами, фрилансерами. Если ты думал оскорбить, то нет. Не, я так не считаю это оскорблением. Я оскорбить? Я вообще не думала, когда у меня там где трудовая. А сейчас я думаю, блин, это так странно. Это же шантаж у них получается. Ох, Алиса. Отработка это бесплатно, непонятно с какого перепуга. Никому не хочется никого классного терять. А так может подумают, ну нафиг мне это увольнение. Мяфк, 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 мяфк. Что это значит в данной ситуации? Прости меня, пожалуйста, больше так не будет. А, да не, мне приятно было. А еще знаешь, как будет приятно? Я устал. Так ты отдохнешь, Ярославушка. Алис. Ладно, ладно, давай что-нибудь закажем. Берет смартфон. Ну давай, чего? Чё, роллы у меня были вчера, но это же не страшные или тебе надоели? Ну ты же больничный столовку чередуешь, но я, кстати, подборку кафешек питерских сделала для первого ужина в новом доме. Но выбор за тобой, за мужчину. Выборка по эстетическому принципу. Отвечаю, первая моя картина будет с изображением какой-нибудь стильной булки, а там пойдет, только успеваешь тратить миллионы. И не всегда понимаю, когда ты шутишь. Я тоже. А вообще, я там с девушкой списывался. С какой? Медсестра. 2 года назад она нас уволилась и туда же свалила. И как? Да ничего особенного, сказала, поузнает там. Так я, конечно, в унике учиться закончил еще. Уже когда обоснуемся, а у вас не что-то было? Что? В смысле что? Ты не знаешь, что может быть? Нет. Она замужем, а я гей. Да тьфу ты, блин. Не надо так говорить. У меня эти флешбеки с этим дедом. Аж сердце заболело. Молчу. Хорошо. Хозяин квартиры еще звонил. Ага, ты в сердце заколол, Алис. Ну помнишь, я учил тебя первую медицинскую помощь оказывать. Да ладно тебе, а. Ну укладываемся же вроде, плюс премия. Какие еще новости за сегодня? Да никаких. Поспала в холодной постели совсем одна. Посмотрела сериал. Ждала вдохновения, посмотрела творческие вакансии в Питере. Тебе смс-ку написала, маме позвонила. И твои тоже. Вот. Понятненько. Ну что там, заказала? Да, через 40 минут. Ладно, я мыться ушел пока. Я с тобой. Уходят. Лерс. Я не думаю, что дело в чувстве защиты. Меня по стандартным, для кого-то заткнутым правилам воспитывали. Защитник тут я. Достаточно проверить перед сном на все или замки закрыты входной двери, и все, на день защитника аккуратно завернутый и неожиданный подарок твой. Так что дело не в том. Как и не в других пунктах известной пирамиды моя проблема. Я упоминал про понимание. Так важно чувствовать, что тебя не только активно и внимательно слушают, но и понимают по-искреннему. Я сам многое понимаю. Понимаю химию в рамках 9 класса. Понимаю, почему моя сводная тетя оказалась моложе меня на 14 лет. Понимаю, почему нельзя со всеми в мире мирно жить без ядерного оружия и тому подобное. А что касается людей, тут все сложно же. Я сторонник того, что никто никогда не познает тебя целиком, и никто никогда не поймет тебя в полной степени. Вот нет людей одинаковых, и все. У восприятия полуоттенки есть. Хотя проблески того приятного чувства есть, когда только познакомиться с человеком приятно. Или просто не замечаешь, как себя показать, думаешь больше или идеализируешь все и всех кругом. Мы когда познакомились, шел снег. С неба на землю пушинки падали, и ей, на ресницы ее пушистые. Небо на землю. Вот и нас что-то такое соединило, небо и земля. Что-то такое пронеслось от нее ко мне и попало в нужный закуток души или сердца. А теперь квартира коробка, и нет снегопада в ней никакого. И даже метеориты падают где-то не у нас. А на тех воспоминаниях не выйдешь. Нет, я не говорю, что только я весь такой загадочный. Для меня и моя девушка загадка. Только я устал. На работе или от жизни такой. У меня уже отгадки закончились. И она кричит за это или кружками в стену кидает. Тоже знает, как непонимание неприятно. Хотя на асфальте под окнами подсказка написана, что говорить надо.
открывай рот, читай по слогам слух, гладя по голове. Она первая сдалась и послушалась этой подсказки. Прочитала. Все время эти слова повторяет. А заборов она слова не читала? Нет. Грустно. Картина третья. Палата Игоря Анатольевича. Входит Ярослав. Здравствуйте! Ну, что ты напугал? А почему не Валерия Ивановна? Потому что лишка будет. Ты мне тут еще поматерись. Я не матерюсь на работе. Нигде материться не матерись, парень. Мат разрушает нашу ауру и вообще от мусульманинов пошел. У меня жена была филолог. Но аура это страшнее, естественно. Я вот уже 3 года не матерюсь. Угу. И лежите тут у нас. А это экология. Но даже если оставшиеся заводы перестанут работать, это все наделано, неизвестно когда выветрится. А у Китая, так они там никогда не перестанут работать. Там все продумано. А заветы работать еще Конфуций давал. Задирайте рука. Не страшно? Я подготовился. Вы у меня сегодня последний, не тороплюсь. А вот мне страшно. Вы шутите? Так, это антидот. Хорошо. На этом мы порешим. Игорь Анатольевич задирает рукав. Чисто. Что у вас, Валерия Ивановна перевоспитала? Хорошая женщина, заботливая какая-то. Дверь палаты открывается, входит Валерия Ивановна. Ой, а я проверить, все ли тут всем нравится? Да, Валерия Ивановна, все прекрасно. Я раньше не верил в нашу медицину, а тут такое, понимаешь, никогда. Больной, вы меня не интересуете. Да, ведет себя хорошо, Валерия Ивановна. Ну, Ярик, ну ты опять за свое. Я как-то сразу возраст ощущаю, когда ты такие страшные слова говоришь. Какой возраст? Какой возраст? Что ты? Вы себя в зеркало видели? Без оскорблений. Да я другого. Вот я возраст ощущаю, говорю. А вы на каблуках можете ходить еще? Ой, это я иногда. Понимаете, это вот такие сосунки еще могут не чувствовать свой какой-нибудь сустав каждую минуту. У них тактильные ощущения к другим местам приливают. Я бы, если бы знал, то так, что так оно все будет, сельдереевый сок вместо грудного молока матери, царствие небесное, пил бы. Ученые доказали. Это вы бредите, больной. Я вам хотя бы витамины могу действующие написать. У меня почерк понятный, в отличие от некоторых. Да, я? Да, вы правы, Валерия Ивановна. Да куда мне ваши витамины уже? Все, поздно, как говорится, просрал. Как не стыдно. А что? А как иначе? Вот сейчас боль собирается от каждого кончика моего старческого тела. Ой, а сколько вам лет? А пациенту 63. Посмотрим на тебя, парень, в этом возрасте. Хотя да, я, к счастью, не увижу всего того катастрофичного, что уже начинает происходить с миром. Зато сейчас, особенно в тот момент, когда я вижу Валерию Ивановну, вся боль собирается и направляется мне в... Сука! Игорь Анатольевич прям крикнул, потому что Ярослав мастерски воткнул ему в руку капельницу. Что? Я аккуратно. Больной, вы что себе позволяете? Это же Ярослав. Вы меня плохо поняли ранее? Нет, да? нет, все хорошо. Молчать тогда. Я что захотел-то, Ярик? Ярик, зайди ко мне после больного этого. Конечно, Валерия Ивановна. Только вы подождите маленечко, тут капается долго. Подожду. Если что-то будет беспокоить, зови. Ага. И Валерия Ивановна уходит. Игорь Анатольевич, а вы что зажмурились-то? От удовольствия, я надеюсь? Щиплет. Ярослав подкрутил капельницу, она перестала капать. Щиплет? Щиплет. Травишь. Что вы опять придумываете? Вот лишь бы сказать что-нибудь. Сейчас даже ничего не капает, щипать не должно. Не знаю. Я знаю. Глаза откройте, посмотрите. Или вы даже им не доверяете. Не надо, вот мне тут парень. Все, лежите, я музыку слушать. Совсем не жалко тебе меня. Что? Да вы пришли в больницу и про какую-то жалость говорите. Меня внучка привела. Ученые доказали, что походы по театрам и музеям продлевают жизнь. А она вместо этого вон куда сводила. Она заботится так. А вам вечно все и все не нравится. Неправда. Не все вот совсем. Да вас мне не жалко. Вы скоро выпишетесь. Я один раз прихожу, так капельницу ставить пациентке. Ей 19 было, а ее нет. Ну я ж не первый день работаю. Посмотрел под кроватью, нет. Пошел в курилке поискал, в буфете, во дворе посмотрел, по коридорам. В туалете нигде нет. Захожу в следственную, спросил у напарника. А Миха, говорится, вчера не интересовался. Ему запретили просто, ну да ладненько. Ну, думаю, все, капец. Это Валерия Ивановна говорит, что потерял пациента в прямом смысле этого слова. Она ж такая женщина, она волит чертям.
Я это все по статистике успел подумать. И тут слышу звук чего-то зевка. И Миха слышит. А там как бы мы вдвоем, и телек не работает. Договорились друг другу весь растворчик после такого поставить. Решили открыть шкаф пусто, под столом никого, за шторкой никого. Открыли тумбочку, чтобы наверняка уже. А там эта самая пациентка. Она, конечно, невысокая, но и тумбочка маленькая. Ну, короче, ты мапы. Ой, извините. Ну, я. Она вылезла, спросила, который час, и пошла в палату. Протек, короче, крышак у барышни. А она по карте не наркоманка, симпатичная. Вот ее было жалко. Точно не обдолбалась. А то у вас сейчас всякое в моде. Я смотрел. Вон даже у тебя, парень, что за желание такое сразу неким физрастворчиком уколоться? И так дышим этой химией, а все мало. Это как стакан воды, Игорь Анатольевич. Переработал уже, думал. Так и пил бы стакан воды, успеешь еще всякое такое вон. Мне так-то интересно стало. Два дня с ней потом глаз не сводил, пока ее перевели. Я, конечно, понимаю, что она девушка симпатичная, вы дед прощинистый, но все-таки. Можешь не оправдываться, парень. Я не такой сухарик древний, как тебе кажется. В общем, к чему это я? Никого не жалко тут. А вам бы снисходительнее быть или как-то так. Все, не отвлекайте меня. Ярослав втыкает в уши наушники, ложится на соседнюю кровать, закрывает глаза. Но Валерия Ивановна же сказала зайти. Ярослав с закрытыми глазами. Я вас не слышу. Игорь Анатольевич свободной рукой достает смартфон, смотрит видео без наушников несколько минут. Тишина, только слышно, как что-то взрывается, что-то объясняется в телефоне у Игоря Анатольевича. Ярослав вскакивает, подходит к капельнице. Все хорошо? Хорошо. Лежите, капайтесь. Да ты спи, парень, я разбужу. Не, я на работе, потом. Молодым был, тоже много работал. Сначала как? Дед в институте, потом полночи на овощебазе. Трудолюбивых с юности видно. Только жалко, это не всегда плоды приносит. Иногда лучше бы на другие вещи внимание обращали. Не торопили бы за чем-то неведомым и неточным. Там в молодости еще же драйв, взлеты, падения, чувства, невероятные вещи. Там ты вечно где-то. Я это только сейчас вижу. Успеешь найти ответственность. Ну, вон, вы же хорошо поработали. Хорошо поработали, что сейчас с таким тельчиком. Да че ты, это внучка отдала. Ей парень другой подарил, покруче. Я бы тоже такого парня хотел. Ты что? Ты что, парень? Я думал, у тебя же девушка есть. Да и у тебя работа в Малине. Это все да, конечно. Миху-то тогда и уволила, я Валерия Ивановна. Ну, когда потеряшка была. Нравишься ты ей потому что, чтоб не отвлекаться на других. Ага. Они женаты были. А молодой Миха-то? Ну так, на 3 года меня старше. А, и опять твоя капельница защипала. Ужас. И все в медбратьях он? Ай, не солидно. Я ему и говорил. И вот как-то все повернулось. Поссорились что-то. Сейчас мы с ней очень часто видимся тут на работе. Да это, в принципе, хорошо на самом деле. Деньги именно сейчас и нужны. Не учишься? Не, никогда. Говорю же, работаю. На мечту? По нужде. И ни о чем не мечтаешь? Это как-то уже не модно. Без состояния влюбленности и мечтательности человек вообще жить не может. Иначе зачем? Ой, а у вас мечта, наверное, великая. Что-нибудь типа, чтоб китайские дети были свободны, а марсиане заблудились в Сибири и не уничтожили склеп Ленина, да? И у меня уже исполнилось все. Вот и приболел теперь, потому что мечт не осталось. Все стало незачем. Вы приболели, потому что у вас камни в почках. Да все не так просто, как ты считаешь. Ты все ими готов объяснить. Ты думаешь, оно само все откуда-то берется, а в сути не копаешься. Я же говорю, мне некогда копаться. Я работаю. И все? Нет, конечно. Да чего прикопались? Можно совмещать все это и думать, и работать думая, и просто жить. Парень. Сейчас я совмещу работу и прослушивание музыки. Ярослав снова втыкает в уши наушники, ложится на соседнюю кровать, закрывает глаза. Да у него начинает звонить телефон. Ярик, не открывая глаз, отвечает в гарнитуру. Привет, ну давай, 2 минутки есть. Да, помню. А начал? А он что? А он типа отец вот этого? Так это все меняет, им все равно капец. Ну пусть скажет ему, а вот его что стоит? Это у нее дети толстые? Грустно. Нет, это правда не очень, ну посмотрим, что дальше делать будет. Да, ты говори, если что, ага. Да, я кушал, ага. Покидывал. Мама? Нет. Девушка? Я вас не слышу. Игорь говорит громче. Девушка, говорю! Тише вы! Девушка, девушка.
Я просто подумал, это, мама какую-нибудь историю про родственников рассказывает. У всех такие истории есть. Алиса новую серию сериала пересказывала. Я шутки видел, что такое не приветствуется. Так, а когда мне еще сериалы смотреть? Мне спать-то некогда. А она тоже работает?